единственный продукт, который производит человечество, в отличие от всех других живых существ, это текст. Человек сам по себе является текстом, о чем он уже знает, этот текст ДНК. А то, что он производит, это тексты второго порядка, это и есть культура. Культура не существует без текста. И в этом смысле каждый написанный текст есть фрагмент нашей общечеловеческой истории. Поэтому у меня чрезвычайно высокое внимание направлено именно к текстам. И не в последнюю очередь к тем текстам, которые являются когда-то запрещенными, иногда нежелательными, иногда сомнительными. Там происходит очень, в этой области происходит чрезвычайно интересные явления и события. Те тексты, которые нам оставила Людмила Михайловна Алексеева, они чрезвычайно важны, потому что они содержат в себе такой знак времени, какой содержат очень мало какие тексты. Я думаю, что история нашей страны, история всего человечества будет писаться не столько по официальным текстам, сколько по текстам частных людей, неофициальным. И это одна из важнейших сторон истории. Хотя я считаю, что тексты не умирают, они сохраняются. Но сохраняются тексты в основном не в облаке, не в ноосфере, а сохраняются они на полках наших библиотек, на полках библиотек вообще. И поэтому сохранение, физическое сохранение книги чрезвычайно важно. И этот период русской истории, который будет описан книгами Алексеевой, книгами, воспоминаниями Юлии Даниэля, которые большой том сложены, его письма из неволи, и многих-многих других людей, у меня книжка Наташи Горбаневской, с которой я дружила, это все важнейшие фрагменты, из которых будет писаться общая история нашей страны, потому что без этих текстов история будет неполна, и я бы даже сказала, что она будет искажена. У меня была покойная подруга Екатерина Юрьевна Гениева, директор библиотеки иностранной литературы, которая всю свою жизнь положила на то, чтобы в библиотеках были все книги, которые издаются, чтобы доступ был не избирательный, не диктуемый властью или определенными группами людей. В советское время это была коммунистическая партия, которая диктовала, что нам читать, а что нам не читать. Так вот, эта свобода чтения, она чрезвычайно важна. Тексты Людмилы Алексеевой – это абсолютно необходимая составляющая нашей истории, потому что без этих книг она будет тоже усечена. Это очень важная страница, ее надо знать. И эта книги эти должны быть изданы, они должны находиться на полках библиотек и в доступе достаточно свободном. И я бы очень хотела, чтобы они висели и в интернете тоже.